Сегодня сбылась мечта сотен детей микрорайона Мацеста. На новой набережной открыли воркаут-площадку. О том, что она появится, знали давно. Гимнастический комплекс был предусмотрен проектом. Нам говорили, что будет очень много площадок, и дети целый год ждали ее, и наконец-то она открылась. Такая классная площадка, тут можно полазить, побегать, попрыгать, покататься. Воркаут открыли Дед Мороз со Снегурочкой. Площадка стала большим новогодним подарком для местных жителей. Кстати, проводить время с пользой здесь смогут не только дети. Площадка для уличной гимнастики – это отличная возможность бесплатно заниматься спортом в любое время года. И воркаут – это с английского work – это значит работа, а out – снаружи. Значит, дети на свежем воздухе должны работать, заниматься гимнастикой, спортом. Спорт – норма жизни. Еще одна воркаут-площадка открылась сегодня в сквере фестивальной возле Дендрария. Кроме турников, здесь установили качели и карусели. Детей поздравили новогодние волшебники, которые приготовили для ребят развлекательную программу. Прикольно, появилась новая качалка, то есть... Качалка. Ну, тренажеры разные. Это хорошо, чтобы быть сильным, заниматься спортом. Я очень рад, тут можно ходить по выходным, по каникулам. А так я занимаюсь баскетболом, 4 года футболом занимался. А я занимаюсь UFC, это смешанные единоборства. А на улице Конституции отремонтировали футбольную площадку, постелили резиновое покрытие, обновили ворота. Сегодня на обновленной площадке прошел финал новогоднего футбольного турнира. Допустим, сегодняшний матч мы проводим турниры среди дворовых команд. В общем, удобно, допустим, детям не разъезжаться, допустим, на Мацесту, какие-то микрорайоны большие действуют, на стадионы. А именно близкие домов, районных домов, именно рядом с домом, в шаговой доступности каждого ребенка. Каждый из ребят получил заслуженную медаль за участие в турнире, а главное – возможность играть в футбол рядом с домом. Сегодня в Сочи во всех районах города открылись 11 спортплощадок. Они появились в центре Сочи, на Мацесте, в Дагомысе, Лао и Лазаревке и на двух улицах Адлера. Новые гимнастические комплексы стали большим новогодним подарком для всех жителей Сочи. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.